Всем привет! Очередная посылка из Китая. Я уже устал бегать на эту почту. Можно, в принципе, подождать там сколько-то посылок, уведомлений, а потом пойти все получить. Ну, блин, интересно. Так что это у нас плетенку я заказывал. Заказывал плетенку 300 метров. Вот она пришла. Доставка, я не знаю, у кого. Месяца полтора где-то. Сейчас посмотрим, что нам тут пришло. Так, умотано, капец. А, вот, даже бонус. Мне очень приятно. Так. Вот такая вот у нас плетеночка. Какой у нас диаметр? 4. Не написано. Перечень есть? Я не помню, я то ли заказывал 0,23. Около 13-11 килограмм я, походу, заказал. А, вот. Вот написано, все нашел. Двойка. Да, 0,23 на 13,5 килограмм. Запечатано так нормально. Не знаю, будет тут 300, не будет метров. Я даже не буду пытаться ее рвать, потому что знаю, что я ее не порву, тогда я гораздо тоньше пытался порвать. Так и не порвал. Это сам магазин, походу, я так понимаю. Ладно. Прикольно. Так. Ну, в принципе, все, что по ней рассказывать. Я ее брал 200 рублей где-то она. Около 200. Так, по качеству вроде бы нормально. На вид, по крайней мере, она мне вполне устраивает. 4-жильная. Посмотрим. Посмотрим, как она себя покажет. Ну, в принципе, все. Кому понравилось, как всегда, ставим лайки. Подписываемся. Комментируем. Всем пока.